Добрый день! С вами я, Сергей Гуд, и канал Викинг Лайв. Сегодня у нас распаковка. Мы получили саженцы с интернет-магазина Агромаркет. И они ждали целую неделю того момента, когда мы их будем распаковывать. Почему? Потому что у нас не было готовой земли. Сегодня мы подготовили землю для посадки. И сегодня же мы распаковываем саженцы. Саженцев пришло две коробки. Здесь яблони, персики, сливы, ежевика. И мы посмотрим, что с этими саженцами произошло за ту неделю, что они находились в коробках. Итак, распаковка. Довольно приличная картонная упаковка, сцеплена медными стяжками, все герметично закрыто. Есть вентиляции, дырочки, чтобы растения дышали. Так. Ну что, итак, первое, что мы видим, так. Саженцы. Ежевика черная, небеса могут подождать. Вот такие небольшие саженцы с листочками, каждый в горшочке, бесшипный сорт, ранний срок созревания. Сейчас посмотрим, что с землей. Напомню, что все вот эти вот саженцы целую неделю пролежали у нас в доме и ждали, когда мы их будем распаковывать. Отлично! Земля до сих пор еще влажная. Вот такие вот саженцы, которые уже пустили почки, цветочки. Две веточки. Здесь то же самое. Ну что, состояние отличное. Мне нравится. Да, они молоденькие. Но, тем не менее, саженцы живые. Так, это ежевика. Значит, что интересно, интернет-магазин положил такую брошюрку «Агротехника», как ухаживать за растениями. Ну, мы это посчитаем, посмотрим. Как, замечательно, здесь как смородину, розы, миндаль, плодовые растения, клубнику, землянику, как заниматься посадкой. Это шпаргалка для нас, для чайников садовых. Отлично. Так, еще что они положили в этот же кейс. А, это упаковочный листок. Сколько чего было заказано, да? Ежевики, три сорта я заказал. Значит, ежевика черная Лахтей, 12 штук. Ежевика черная Натчес, опять же таки бесшипный, ранний срок созревания. Ежевика черная Небеса могут подождать, тоже бесшипная, ранний срок созревания, тоже 12 штук. Это значит сопроводительное. Очень все замечательно упаковано таким образом, что саженцы внутри, если посмотреть, они пристегнуты, коробки были основные.
и они не болтались. Этот я уже отстегнул. Так, аккуратно достаем. Вот так они уложены. Ежевика. А небеса могут подождать. Это значит 4 я уже достал. Это еще 4. Итого 12 штук. Значит, в этой коробке 12 штук ежевики, небеса могут подождать. Как видите, каждый, значит, в отдельном стаканчике. Есть уже молодые побеги, которые, в общем-то, уже весна, начинают расти. В каждом горшочке земля влажная. И еще тоже ежевика. Все замечательно упаковано, очень крепко. И здесь еще 4 стаканчика с ежевикой. Но так как уже тепло и растения находились в помещении, они начали уже расти. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот 12 видов ежевики. Небеса могут подождать. Ну, один кейс мы открыли, теперь второй кейс из этой упаковки. Так, здесь саженцы. Груша. Колоновидная, желтая, с красным румянцем, называется величие. Вот такой вот. Значит, почки уже набухли, немножечко такие зеленые. Ну, где-то метр корень. Каждый все отдельно упаковано, влажно. Здесь уже тоже почки набухли. А персик белый с красным румянцем, белый лебедь. Персик, груша. Персик красный, фрост. Средний срок созревания. Ну, тоже почки уже начали раскрываться. Персик красный фрост. Видно, здесь, значит, была прищиплен. Почки тоже уже набухли. И, в общем-то, ждут уже посадки своей. Ну и вскрываем вторую упаковку с саженцами. Здесь, наверное, тоже ежевика пришла. Так, ну что? Ух ты! Это, значит, ежевика надчес. В стаканчике, значит, с палочкой, чтобы не болталось все. Тоже уже почки набухли уже.
все основательно упаковано. Жвичка. И еще, да. Ну да, да. Конечно, чувствуется, что находились в доме саженцы. Видно, что уже листика пошли расти. Все с кубами основательно было прикреплено к стенкам упаковки. Так, ну это лохтей, ежевика. Ну вот мы распаковали все саженцы ежевики. Как видите, все они живые. Пустили молодые ростки бледного цвета, потому что они находились долго, еще раз повторю, неделю, значит, в упаковке. И, скажем так, минус во всем этом, что я сделал заказ раньше, чем у нас была готова земля. Но у нас тоже свои были объективные причины. Все хотелось успеть посадить в марте. Сегодня у нас земля уже готова к посадке. Поэтому завтра все, что вы это видите, будет уже высаживаться. Значит, три вида, три сорта ежевики раннего сорта созревания, бесшипные они, вот крупные. Это нам рекомендовали наши знакомые друзья из Крыма. Вот какой результат, мы это узнаем попозже. Вот, так что в целом все саженцы живые. Как видите, все они с листочками. Ну и осталось последнюю коробку распаковать. Ну и последняя упаковка с интернет-магазина саженцем. Каждый корешок отдельно упакован. Видно, что растения уже проснулись. Почки начинают раскрываться. Это у нас персик белый лебедь. Персики надо сажать, да. Ну, мы распаковали все посылки, достали все наши саженцы. В целом на 99% я доволен. Все они живые, вот, готовы к посадке. Давайте посмотрим, какая у них корневая система. Я взял два вида. Значит, персик, белый лебедь. Чем мне он понравился? У него есть почки с цветочками. Это растение было. Значит, посмотрим, что с корневой системой. Значит, земля влажная, все плотненько упаковано. Вот корни, даже есть белые корни, то есть стали расти. Завтра мы это посадим. И второе, это мой рай, колоновидная слива. Посмотрим, что у нас здесь с корнями.
тоже все очень плотно упаковано. Очень плотно упаковано. Несколько слоев, даже ножик не хочет брать. Ничего, мы их победим. Главное не повредить корни. Аж даже в два слоя упаковали, чтобы влага не испарялась. Ну, замечательно. Видно, что большая корневая система, все в торфе, земля влажная. Ну вот корешок. Ну что, дорогие мои подписчики, у нас была распаковка. Жду ваших комментариев. Не забывайте. Это был с вами Викинг Лайф, Сергей Гуд. Ставьте лайки, ну и стучите в бубен. Счастливо!